Новый фитнес-клуб расположился в селе Витязево на территории Лок-Витязь. На торжественное открытие прибыло много почетных гостей, представители городской администрации, известные спортсмены и те, для кого уже кроссфит стал не просто спортом, а образом жизни. Новый спортивный комплекс для нас, для всех, это замечательный плюс. У нас появится гораздо больше спортсменов в Анапе, поэтому спасибо компании Лок-Витязь. Ну и самое главное, всех с праздником, со святым, с Благовещением. Кроссфит является одним из самых популярных и набирающих обороты направлений фитнеса. Специфика тренировок позволяет прорабатывать все тело при минимальном использовании оборудования. При этом нагрузка идет на все группы мышц, что делает этот вид спорта популярным во всех видах дисциплин. Это по-любому мировой уровень. Все тренажеры, что здесь находятся, это самый высокий уровень, что на сегодняшний день есть. Я недавно был в Лондоне, и все, что там есть на самом высоком уровне, где тренируются всемирные боксеры, да, потому что кроссфит – это очень важная тоже физическая поддержка спортсмену, подготовка к выступлениям. И оно все здесь есть. Заинтересовал новый спортивный объект и гостей из ближнего зарубежья. Уже в ближайшее время будет рассмотрен вопрос сотрудничества. Есть предложение проводить здесь соревнования международного уровня. В международном, скажем, уровне это тоже большое имеет значение, потому что мы можем приглашать спортсменов из Казахстана и также здесь проводить соревнования, различные чемпионаты. Зал очень отличный, очень удобное расположение. Прекрасная территория, где можно отдохнуть, потренироваться, море, то есть получить, оздоровиться, получить настроение хорошее. Ну и, наверное, все самые вот все, что есть в жизни прекрасно, это, наверное, можно получить именно в Анапе. Ну, конечно, в первую очередь этот объект будет доступен анапским спортсменам. Здесь наши чемпионы смогут подготовиться к соревнованиям, а жители укрепить свое здоровье. Зал будет доступен. Мы уже ведем переговоры. Мы хотим сегмент привлекательности не только коммерции, вот, а хотим выйти на краевой уровень, на общероссийский уровень, приглашать сюда и проводить на нашей базе соревнования. Вот. Коммерческая часть, конечно, будет присутствовать, но она будет очень доступна для тех, кто хочет заниматься. Данный спортивный зал действительно профессиональный, и я думаю, что сюда приедут не только как вот отдыхающие, которые только начинают заниматься спортом, для которых можно, в общем-то, не, ну, как общая физическая подготовка, но и профессиональные спортсмены, которые оценят с достоинством. Это действительно прекрасное место, прекрасные спортивные тренажеры. Кроссфит – это относительно молодой вид спорта. В этом году ему исполняется всего 18 лет. Но, несмотря на это, его популярность неуклонно растет. Поэтому, как считает руководство клуба, этот комплекс будет востребован. И, в свою очередь, обещают предоставить весь полноценный спектр услуг, который будет соответствовать мировому уровню. Руслан Душевский, Анапа регион.